Госкомстат обнародовал информацию о количестве атмосферных выбросов в городах Украины от стационарных источников загрязнения. Среди них по 4 города Днепропетровской и Донецкой области. Рейтинг самых грязных городов Украины возглавил Кривой Рог, Днепропетровская область. Второе место занял город Мариуполь, Донецкая область, в котором находятся такие металлургические гиганты, как металлургический комбинат имени Ильича и Азовсталь. Замыкая тройку лидеров экологически грязных городов Бурштин, Ивано-Франковская область. Об этом сообщает интернет-издание «Дело.ua». Запорожье в десятке грязных городов не значится.